Вы знаете, вчера вечером я взял один из дисков, который мне очень давно один архимандрит дал, и просил посмотреть его. Диск этот посвящен Псково-Печерскому монастырю, а снимки, собственно, даже небольшие съемки такие, были сделаны 20 лет тому назад в этом монастыре. Тогда еще техника была не на том высоком уровне, как сейчас. Но почему об этом говорю я? В этом фильме я обратил внимание на один из очень интересных эпизодов. Там вдруг показывает он одного схи иеромонаха Мелхиседека. И кратенько говорит о нем. Он, оказывается, воевал во время Великой Отечественной войны. Был очень хорошим столяром, затем поступил в Псково-Печерский монастырь и, будучи искусным в своем деле, делал великолепные кресты, аналои, кивоты для икон. И вот однажды, когда в трапезной он делал очередной кивот и уже сделал его и упал замертво. Бездыханен, скончался. Пригласили отца Иоанна Крестьянкина, а он духовником в то время был. Тот сказал, нет, он не умер. Стал молиться. Действительно, через некоторое время этот друг, отец Мелхиседек, иеромонах, открывает глаза. Ожил. Но все заметили, как он решительно изменился в своем поведении. Он стал очень, я бы сказал так, мало общаться с людьми, даже мало разговаривать с другими монахами, больше молиться стал, не только больше, а много стал молиться, искать уединение. И архимандрит этот, который делал съемки, потом говорит, я однажды все-таки к нему подошел и спросил, отец Мелхиседек, а что с вами было? Вы ничего не видели, когда вы умерли? Он ответил, было. Скажите, что? Говорит, я увидел себя на прекрасном лугу зеленом, прекрасный луг. Но передо мной открылся ров. Я посмотрел в этот ров, глубокий, он весь наполнен грязью. И вдруг я чувствую, что кто-то сзади на меня смотрит, кто-то стоит. Я оборачиваюсь, смотрю, это стоит Божья Матерь. Я с изумлением смотрю на нее, а она говорит мне, ты видишь этот ров и эту грязь? А ты посмотрел, что еще там? Там все твои аналои, кресты и кивоты. Ты призван был молиться и каяться, а ты чем занимался? Видение окончилось. На него это произвело, мы видим, какое сильное впечатление. Кстати, он после этого попросил тут же постричь в схиму. Он стал именно схимонахом. Но поразительно, это видение действительно можно признать истинным. Какую оценку дала Богоматерь, фактически не Богоматерь, это Бог фактически, какую оценку дала она, Богоматерь, всем его трудам? А ведь он же трудился, искусный человек, как красиво делал, все восхищались, само ему нравилось. Он находил удовлетворение, и вдруг такой приговор. Ты видишь, где это все твое? Глубокий ров с грязью, все перемешано. Есть о чем задуматься. Мы очень часто занимаемся многими делами. Некоторые занимаются великими делами. Все зависит от нашего ранга, от тех масштабов, деятельности, в которые мы погружены, от того уровня
забот и занятий, которые перед нами. Ну, зависит, видите ли, даже от того поста, на котором мы находимся. Но, в принципе, это не имеет значения. Значение имеет другое, как мы относимся к тому, что мы делаем. Оказывается, все, что мы делаем, все, чем бы мы ни занимались, это не имеет, в конце концов, принципиального значения. Оказывается, все это оценивается совсем по другим критериям, а не по тем, к которым мы привыкли. Когда умирает человек, начинает говорить, сколько он сделал, чего он построил, что он там приобрел и так далее. Все, о чем говорят-то, о том, что совершенно не касается, и люди не могут даже знать, не касается состояния души его. Неужели мы не понимаем, что я могу строить храм с тем, чтобы табличку мне повесили там, мое имя стояло, с тем, чтобы самому хвастаться и остаться в мечтах и в памяти поколений? А могу это сделать ради Бога, да еще так, чтобы никто и не знал даже, что я ставлю этот храм. А это бывает. Что-то делает человек огромный, никто не знает даже, что он делает. Евангелие-то помните, как говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Оказывается, в разном ключе мы можем совершать свою деятельность, свою эту земную деятельность. Мы можем и должны что-то делать. А как же? А как же? Кто не работает, тот да не ест. Работать-то можем мы в разном ключе, в разном духовном ключе. Вот что очень важно. Уж кажется, какое хорошее дело совершал этот иеромонах. Смотрите, делал-то все для церкви, церковное. А видно, делал-то что? Увлекался и, может быть, тщеславился. И всякая эта примесь была. Одним словом, ему было показано ров с грязью, в котором находится все это его. Независимо от нашего служения, мирское, церковное служение, мы можем совершать очень по-разному. И это именно то, в каком ключе мы это совершаем, и определяет то самое главное, ради чего существует человек. Самое главное, для чего живет человек. Для чего он живет? Мы не имеем здесь пребывающего града, города, но взыскуем, ищем грядущего. Человек, в отличие от вот этих четвероногих, которые стелются по земле, поднят кверху. Его цель там. Он вверх, он ввысь, если хотите, обращен человек. Он не может быть вот этой земной тварью, которая прилеплена сюда. По-славянски это звучит очень хорошо. Не има мы не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вот этот пример с иеромонахом Мелхиседеком очень показателен и очень важен. Вы знаете, чем отличается христианская деятельность, даже деятельность в чисто мирском плане, когда мы занимаемся чисто мирскими делами, работаем, занимаемся любым видом искусства, да чем угодно. Чем отличается она, вот наша христианская, от мирской? Именно своим ключом. Ради чего мы это делаем? Почему мы это делаем? И как сопрягается моя душа с тем, что я делаю? Погружаюсь ли я весь в этот ров искания похвал человеческих, самодовольства, тщеславия, увлеченности в этот глубокий ров грязи? Или я совершаю все это по двум причинам. Первая причина, самая обычная. Хлеб насущный должен иметь. Кто не работает, тот да не ест. Вторая причина, которая перед каждым из нас также стоит. Мы же все образуем единый организм, независимо от нашего отношения друг к другу. Мы все одно тело, вы только подумайте, какую великую истину открывает христианство. Независим, я его терпеть не могу, этот негодяй и подлец. Он подлец, не я же, конечно. А оказывается, мы с ним в одном теле.
в одном. Уж не хочешь ли, мне так говорит голос сверху, ну, отруби этот палец у себя, выбрось. Отрубишь? Нет, больно? Ах, не хочешь? Так что же тогда ты к нему так относишься? Молись, если хочешь, за этого человека, который тебе кажется негодяем и не знаю кем. Прояви любовь, как в организме каждая клеточка заботится о другой. Вы слышите, поразительно же, это же явление, которое очевидно для всех же, для всех нас. Каждая клеточка в организме находится в связи с другой, а особенно с ближлежащими. Зуб болит, и весь человек в страданиях, ничего ему уже на свете не мило. Зуб болит. Ну и что зуб болит? Ну и пусть болит. Как я говорю студенту, а чего ты-то? У тебя же зуб болит, а не ты. Ты-то чего корчишься? Вам бы только шутить, Алексей Ильич. Вот, оказывается, как мы все связаны. Христианство обращает на что внимание-то? То, о чем мир, к сожалению, и не думает, и чего мир не знает. Мы единый организм, и мы связаны все друг с другом, хотим мы того или не хотим, но, поступая правильно, осознавая эту связь и это единство, относясь к человеку с чем? С благожелательством, если хотите, с молитвой за него, с неосуждением, насколько это возможно, мы тем самым утверждаем и самих себя, как эту живую клеточку, оздоровляем ее и помогаем другому. Кстати, нужно помнить, что молитва за другого, независимо от того, какой результат будет в отношении этого другого, оказывается самым положительным, если хотите, лекарством, действием для того, кто молится. Неважно, за кого он молится. Молитва всегда самому человеку приносит колоссальную пользу. Правда, какова молитва, что за молитва, при каких условиях она совершается, эта молитва? Это очень важно знать. Одно дело – правильная молитва, другое дело – вы слышите? Оказывается, может быть, молитва совсем неправильная и может привести человека к самым печальным последствиям, к самым печальным, даже в этой нашей земной этой жизни. И это вопрос действительно очень-очень серьезный. И тот человек, который не понимает этих вещей, он может тяжко пострадать, может уйти совсем не туда, он может совсем не понять, зачем и для чего он живет. Будет полное искажение его жизни даже. Поэтому о молитве я скажу сейчас несколько слов, поскольку эта вещь всем нам необходима. Говоря о молитве, хочу сказать сначала об очень важном критерии в понимании вообще религиозных вещей, как таковых. Дело вот в чем, что сейчас христианство оказалось в очень раздробленном виде. Вы прекрасно знаете, гигантская католическая церковь, за ней православная церковь, тоже немалая, но, по крайней мере, раза в 3-4 меньше, чем католика. Протестантские церкви уже, ну, я употребляю слово «церкви» в таком лексиконе, знаете, экуменическом, где принято называть любую христианскую общину церковью, независимо от того, какого она исповедания. То же самое. Видите, сейчас сами протестантские эти церкви из себя представляют очень разнообразные явления, их тоже множество. И вот отсюда возникает вопрос – по какому же критерию мы можем оценивать то или иное явление религиозной жизни? Где критерий? Как узнать, что хорошо, что правильно, а что ошибочно и что неверно? И вот мы здесь находим, что в каждой из этих ветвей или конфессий мы находим свои критерии. Ну, у католиков абсолютный критерий – уже не требующий затем никаких, если хотите, никаких анализов и суждений, это, конечно, слово Папы Римского. Если Рим, Папа сказал, это уже последняя инстанция, вы слышите? Никакой собор епископов или их собрание,
Никакой другой голос, ничего. Все отступает перед этой последней инстанцией. Папа сказал, вопрос окончен. Говорили раньше так. Рома локута кауза финита. Рим сказал, все, вопрос окончен. Здесь критерии совершенно ясные. Поэтому то, что одобряет папа, это уже является уже, если хотите, или критерием, или, по крайней мере, самым авторитетным выражением церковного учения. Тут все ясно. У протестантов какова ситуация? Там каждый стал папой римским. В каком смысле? Там принцип, вы знаете, очень, я бы сказал, очень опасный принцип. Принцип, который ведет буквально людей к полному, я бы сказал, ну, уничтожению истины. Каждое мнение, мое мнение, для меня является истинным. И оно истинно, поскольку оно мне принадлежит. Вы думаете так? Он думает иначе. Третий также имеет свое мнение. Для каждого его истина и хороша. То есть там нет самой идеи, то, что есть действительно безусловная истина, в отношении которой или по сравнению с которой я могу оценивать свои собственные взгляды, верны они или нет. Мне самому приходилось неоднократно сталкиваться с этими вещами. Один профессор, знаменитый, меня убеждал, что Христос не воскрес. Христианин, слышите, убеждал меня. Да, другой, епископ даже, неправославный, убеждал меня, что Христос не Бог, а человек, совершенный, конечно, прекрасный, выше которого нет, но только человек. Это еще в других вещах убеждали в отношении этой новой любви и так далее. Да. В общем, всякого рода эти вещи, все они с чем связаны. С чем связано? С этим принципом протестантизма. Там нет объективного критерия, по которому я мог бы оценивать свое понимание христианства и тех или иных положений христианской веры. В этом отношении протестантизм, конечно, как вы видите, создает почву для того, чтобы все рассыпалось, как горох. Ибо если у каждого из нас будет свое понимание христианства и Христа, то что из этого будет? Что будет? Мы видим, что отступление от Христа. Каков критерий в православии? Вот что для нас очень важно. Чем отличается он и от того, и от другого? В православии критерий, который сохраняется изначально, и он заключается в следующем. Как Господь обещал, как Христос говорил, что все мы, и обращаясь ко всем, нам говорил, ищите, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И вот те, достаточно многие люди, которые все свои силы, душевные и телесные, обращали на то, чтобы действительно искать совершенной христианской жизни. И эти люди достигали огромной чистоты духовной. Их церковь называют святыми, а они становились причастниками Духа Божьего, того Духа Божьего, которым написано Евангелие. Почему я так подчеркиваю это? Именно потому голос отцов для нас в высшей степени важен, потому что тот же Дух Святой, которым написано Божественное Откровение и Евангелие, этим Духом Святым, эти святые изъясняли это Божественное Откровение. И этот же Дух Святой открывал вот где истинный смысл Священного Писания, понимание основных христианских истин, понимание духовной жизни и веры в христианстве. Поэтому для православия критерием является в понимании истины согласное
учение отцов. Согласное учение отцов. Там, где мы находим это согласие, мы говорим, все ясно, все ясно. Здесь и действительно голос Божий, здесь голос Духа Святого, здесь истина. Почему приходится подчеркивать и говорить о согласном учении отцов? Ну, я надеюсь, это понятно. Потому что сколько угодно было в истории, когда какой-то святой отец высказывал какую-то точку зрения по какому-то вопросу, которая совсем не разделялась с другими отцами, которая была действительно его личным мнением. И так оно и осталось, как личное мнение, но не как учение Церкви. Учением Церкви, и, если хотите, голосом истины, является только согласное учение отцов по данному вопросу. Есть оно, вот истина. Нравится мне, не нравится. Вот такие-то высказывают, такие-то суждения, иные суждения, третьи. Вот где критерий истины. По этому критерию я могу сравнивать и определять, насколько верно мое мнение. Когда мы говорим о молитве. Какая правильная молитва, говорят святые отцы. Видите теперь, к кому мы обращаемся? Все, к святым отцам. Не к Ивану, не к Сидору, не к Майклу, да, и не Джону. А к святым отцам обращаемся мы теперь. Что же они говорят? Какая же молитва верная? Эта молитва должна быть прежде всего, внимательный. Внимательный. Как они говорят, ум должен заключать в слова молитвы. Я обращаюсь же к живому Богу, а не к какой-то мертвой магической силе. Поэтому я могу обращаться только с вниманием. Но если теперь мы поймем, к кому обращаемся, то отсюда что еще следует? С благоговением и... Я уверен, что все-таки у нас на Руси мало тех, которые считают себя святыми, так, и поэтому, наверное, уж они должны обращаться с покаянием. Я почему так сказал, что все-таки на Руси у нас, надеюсь, мало тех, которые считают себя святыми. Потому что в Америке, например, по одной из статистик, так, 21% американцев сейчас, вот, в наше время, назвали себя святыми. Можно поздравить, правда? О, какая святая держава! Лучше не придумаешь. Кто они, эти 21%? Я не знаком с этим распределением, но очень легко это понять. В основном это, конечно, протестанты. Они. Потому что там достаточно только верить во Христа, и ты свят. Понимаете? Как все легко. Уверовал во Христа, все, ты уже святой. Почему? Почему? А потому что святость Христа в тебе. И независимо от твоих грехов, ты свят. Так вот, правильная молитва прежде всего – это молитва, совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Там, где нет этих вещей, там не молитва. Когда я читаю молитву, раз, прочитал, а что же я читал-то? Я понял, я не молился. Попугай вместо меня прочитал, и все, а молитвы и нет. Кстати, это великое зло, одно, может быть, из величайших зол, которое буквально покрывает нас, убивает нас просто, это вычитывание молитв вместо молитвы. Какая беда! Вы знаете, можно богослужение совершить, на самом деле совершить мероприятие. Слышите? Мероприятие. Можно всю жизнь прочитывать молитвы, всю жизнь можно служить и ни разу не помолиться, находясь в полном самообмане, думая, что мы молимся. Результат какой? Результат то, что мы ничего не имеем. Всю жизнь молимся, и никаких плодов. Более того, никаких плодов – это еще было бы полбеды. Есть громадная опасность для тех, кто
часто молится, допустим, то есть вычитывает молитвы, часто совершает богослужение, есть опасность еще возмнить о себе. Я часто хожу в церковь, я читаю молитвы и так далее. Одним словом, я не фунт изюма. Или я совершаю часто богослужение. Вы слышите? Вы слышите, кто? Какая святыня? Беда. Оказывается, еще может возрасти это дикое самомнение. Это отсюда фарисейство появляется. Это самоубийство человека буквально. Оказывается, понимание молитвы, ой, как важно. Что при этом святые отцы подчеркивают, чтобы была правильная молитва? Они говорят, что правильная молитва может быть совершаема только на почве правильной нравственной христианской жизни. Это, вот это еще один вопрос, который обязательно надо разрешить и понять, в чем она состоит, эта правильная христианская жизнь. Потому что здесь тоже масса ошибок. Но сейчас поговорим об этом. Я просто хочу дальше продолжить. Это правильная молитва. Она невозможна, это, думаю, всем понятно, если вы не прощаете друг другу, с какой молитвой можно обращаться к Богу, чтобы Бог простил меня, если я сам никому не прощаю? Оказывается, условием того, что молитва наша будет услышана, это является прощение другим людям. Надо понять, в конце концов, все мы больны, все до одного человека, все больны. И поэтому надо снисходить к немощам другого человека. Это не значит, что потакать этим немощам. Нет. Но надо понять, как я не могу ни осуждать, ни завидовать, ни объедаться, так другой не может ни воровать. Понятно? Ну, не может он уже. Дошел до такого. Оправдать воровство никак нельзя. Но обвинить его и осудить его прежде Бога не имеем мы права. Поэтому в нашей душе очень важно простить, вы знаете, не осудить человека. Пока в душе этого нет, наша молитва все разваливается, как карточный домик. Чтобы научиться молиться, что требуется? Опять святые отцы что говорят? Что они говорят, чтобы научиться молиться? Ведь, наверное, каждый православный христианин хотел бы этого. Хотел бы. Хотел бы, почему? Я говорю, хотел бы. По очень простой причине, что мы все прекрасно знаем. Встал на молитву, и тут же все поплыло. Все поплыло. Во все страны разлетелись. Куда угодно, а молитвы нет. Что нужно, чтобы научиться? И если кто желает этого... Что нужно для этого? Они говорят, нужно начинать с самой краткой молитвы. Наш ум настолько слаб, мы, которые хвастаемся, не зная только чем, и в сами себе на полное тщеславие, не можем буквально минуты-две продержать внимание в молитве. Поэтому нужно начинать с самой краткой молитвы. Какая это краткая молитва? Все не утверждают, что уже освященная тысячелетним опытом святых отцов, этой молитвой является молитва Иисусова, которая звучит очень просто. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Точка. Кто не может произнести эту молитву? Сидим ли мы, стоим, идем, даже разговариваем, смотрим, даже читаем? Кто не может? Только тот, кто не хочет. Оказывается, эта молитва, краткая молитва, которую мы действительно можем произнести с полным вниманием и, насколько возможно, участием сердца, эта молитва приучает наш ум и нашу душу к чему? К молитве. Тот, кто хочет научиться молиться, чтобы молитва действительно стала его связью с Богом, кто может хочет хоть немножко ощутить, кто же такой Бог, о котором мы так много говорим, то должен научиться молиться. Это краткая молитва, это великое благодеяние, которое буквально открыто опытом великих людей. Краткая молитва, как можно чаще. Вспомнил человек, произнеси от всей души,
если можно поставить себе за правило, хотя бы несколько, ну, 10, ну, 20 молитв в день. Но правило, ну, очень легко, ну, что там 10-20? А я вам расскажу случай, что это, оказывается, не так просто, как на моих глазах произошло это было, как одна кандидат медицинских наук ушла на пенсию, обратилась к священнику, ну, действительно, священнику опытному. «Батюшка, благословите теперь мне вот заниматься молитвой Иисусовой». Он улыбнулся. «Дайте мне, пожалуйста, правила». Он отказался. Она стала настаивать. Тогда он говорит ей: «Ну, хорошо, вы настаиваете, ну, совершайте 10 молитв Иисусовых в день». Я был свидетелем. Она чуть ли в ярость не пришла. Она думала, что он ей скажет теперь 10 тысяч молитв Иисусовых, а он 10. Что с ней было? Она даже изменилась в лице. В общем, она обиделась и даже, видимо, оскорбилась. Где-то недели через две приходит. Это была поистине сцена, я вам скажу. «Вы знаете, батюшка, ну, такая дама, да, вы знаете, вот, батюшка, вот, я вот, простите, вот утром я встаю, я, ну, знаю, я днем эти 10 молитв, днем я никак, у меня что-то не бывает, вот я вечером я уже настолько спать хочу, что не могу уже. Я никак не могу 10 молитв Иисусовых сделать». Пришла каяться. Это была, я вам скажу, сцена действительно. Она-то думала, ей тысячи, а тут 10. Очень важно правило. Решение себе самому. Можно, пожалуйста, поговорить со священником своим. Небольшое, 20, 30, может быть, даже 10 действительно молитвы Иисусов, но правило. И очень бы важно для тех, кто имеет детей, приучать с детского возраста к внимательной молитве. Как мы умиляемся, когда эта малышка начинает читать «Богородица, Деву радуйся», и мы умиляемся и таем. Верно, на данном этапе еще, это верно, правда, очень хорошо. Но когда уже больше, и если мы не научим ребенка, не приучаем читать с вниманием молитву, тогда мы его глубоко наказываем. Он приучает к автоматическому чтению, к вычитыванию, то есть к той страшной болезни, которой мы заражены, взрослые уже. И в результате человек остается без молитвы. Христианин остается без Христа, потому что надо же понять, что сущностью, если хотите, нашей духовной жизни является молитва. Там, где нет молитвы, нет духовной жизни. Еще раз при этом повторяю, что неважно от того, сколько мы читаем молитв, сколько мы служим литургии и всеночных и так далее, можно совершать, еще раз повторяю, сколько угодно. А как совершать? Языком. Кому? Богу. Попробуйте прийти к начальству и начните так тараторить ему, высказывать свои просьбы или пожелания, когда он увидит, что вы говорите бессмысленно. Я думаю, что разговор долго не продолжится, долго не будет идти. А тут перед Богом, как перед какой-то магической силой. Это ужасно, я вам скажу. Причина, почему мы остаемся без плодов, одна из причин – мы не молимся, молясь, к сожалению, в кавычках. Для того, чтобы мы получили хотя бы какой-то плод, нужно молиться правильно. Правильно, ибо молитва является основой духовной жизни, средоточием этой духовной жизни. Только она оживляет. Молитва – это есть связь с Богом. Та связь, без которой мы забываем вообще обо всем, и, в частности, забываем о самом главном, о том, на что обращали внимание святые отцы, постоянно подчеркивали, делали ударение, непрерывно напоминали. О чем?
о том, человек, что ты здесь не вечен. Не вечен. Посмотрите, раз жил человек, на другой день его нет. И нет. Все. Все оставлено моментально. Все, что он имеет, все оставлено. Все планы, все оставлены. Все надежды, все мечтания, все оставлены. Кто знает, в какой момент это произойдет? Кто это знает? Где это такой сумасшедший человек, который может сказать, находясь сейчас в добром здравии, болеет и не верит, что умрет. Смертельные болезни уже. И не верит. Все надеется, что будет жив. Святые отцы предупреждают поэтому. Надо это помнить и трезво оценивать. Христианство, кстати, в отличие от всех других религий, этой памятью, этим напоминанием не в уныние приводит человека, а в радость. Вы слышите? В радость. Какую же радость? Что за радость? Мне недавно только что пришлось говорить с одним человеком, у которых это произошло, вот это вот, так сказать, умер отец. Я говорю, послушайте, вы знаете, кто мы? Все вот мы живущие. Гусеницы, которые ползаем по земле и питаемся листочками всякими. А потом что происходит с этой гусеницей? Закукливается, умерла. Но что дальше-то? Из этого кокона бабочка выпархивает. Вы подумайте только, сравните гусеницу и бабочку. Кто был когда-нибудь в каких-нибудь оранжереях, где вот бабочки, вот, знаете, это интереснейший музей, я помню, где-то ходил. Уж каких только нет бабочек. Это такая, вы знаете, красота. Ну, просто невозможно насмотреться на них. И разнообразные окраски, и размеров, и по-разному они летают и как-то. Но вообще это как сказка настоящая. Представьте себе эту ползущую гусеницу и эту необычайную красоту летающей бабочки. Вот оказывается, что есть наша жизнь. Христианство говорит, что это не смерть, кокон, это только переходная ступенька небольшая. Смерть – это только вот граница, а человек-то призван стать этой бабочкой прекрасной. И разве напоминание об этом должно нас убивать? Должно наводить на нас отчаяние? Наводит отчаяние на кого? На тех, кто верит в вечную смерть личности. Для атеизма – да. Все окончено. Для тех, кто не верит в эту вечную жизнь и то вечное благо, которое приготовлено человеку, которому человек призван и которого он наследует, христианство обещает благо человеку. Вот для чего он живет, этот человек, для этого блага. Вся задача в том, чтобы нам достойно войти в это благо. Достойно. Помните, как апостол Павел пишет? Каждый строит свой дом. Кто из чего? Кто из драгоценных камней? Кто из золота, серебра? Кто из дерева? Кто из сена? Кто из соломы? Дело каждого испытывается огнем. Огнем. И у того, он даже говорит, у кого дело сгорит, спасется тот человек, но как бы из огня. Не дай Бог, когда слышишь или видишь, когда зимой там вдруг пожар, это ночью, люди выскакивают, представьте себе, они выскочили, спаслись, но как из огня, вы подумайте, что такое. Наша жизнь как раз вот поставлена перед этим, перед этой ситуацией.
поставлено. Огнем испытывается наше дело. Огнем чего? Смерти. Здесь происходит окончательное, если хотите, суждение. Причем сами мы будем видеть, кто мы есть. Сами увидим то дело, которое мы делали. Что оно стоит? Ров с грязью, в которой все наши дела. Или нечто иное, совершенное и прекрасное. Вы знаете, очень же важно для нас иметь перед глазами эту цель жизни. Я говорю о христианах. О нехристианах я не хочу сейчас говорить. Там другой разговор должен быть. Но для тех, кто верит, что есть Бог, верит, что Христос действительно пришел и пострадал за нас, верит в то, что Христос вчера и днесь, то есть сегодня, и вовеки той же, верит в то, что Христос постоянно здесь, вся с вами есть, до скончания века. Тот, кто верит, что Он с нами, так? Для того совершенно очевидно, очевидно, для чего мы живем. Совершенно понятно, для чего мы живем. Но нужно, и подчас немало требуется рассуждение, чтобы отделить между собою вот какие вещи. Божие – Богу, Кесарево – Кесарю. Не смешивать этих вещей, не погружать всю свою, даже свою христианскую жизнь в одно Кесарево только. Не смешивать это, не отдаваться полностью вот этим вот только земным заботам. Обязательно находить время, вспоминать постоянно молитву Иисусову, которая соединяет нас, действительно соединяет нашу душу с Богом. И вы знаете, не только соединяет, но и говорим соединяет. Что такое соединяет? Какие-то слова непонятные. На самом деле тот человек, который хотя бы раз вот помолился вот так искренне, он знает, что это такое соединяет. Какое Господь дает благо душе, первое благо, которое дает – умиротворение души. Святые отцы, например, говорят, никогда не принимай решений в гневе, в расстройстве. Остынь. Успокойся. Молитва – великое средство этого успокоения. Молитва дает мир. Мир душе дает. Даже если хотите, в плане чисто психологическом, вот об этой вещи можно было бы сказать, знаете, кому угодно, даже атеистам я бы сказал, что? Что молитва – это изумительное психологическое средство, которое умиротворяет душу. И здесь только я смогу принять наиболее верное решение. Молитва дает благо душе, если хотите, очищает ум от волнения этих страстей. Это же великое, великое дело. Понятным отсюда становится, когда мы говорим о том, что человек призван к исканию именно вот этой цели жизни. Понятны отсюда становятся слова Христа. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Как это понять? Тот человек, который искренне хочет жить по-христиански, а хочет именно по той причине, что понимает, что это самая правильная человеческая жизнь. Это правильная жизнь. Не завидовать – это правильно. Завидовать – это неправильно, это ложно. Не тщеславиться – это правильно. И сгорать желанием от похвал – это неверно, это глупо. Почему это неверно и глупо? Ну, насчет зависти, по-моему, говорить нечего. Человек бедный, все у него хорошо, у другого лучше. И он уже с ума сходит. А что такое гнев? Что такое ярость? Что такое злоба? Что такое осуждение? Вы посмотрите, какие удары, сильнейшие удары наносим мы, даже не говорю о своей духовной стороне, по психике, по нервам. Человек ночь может не спать от того, что другой поступил неправильно. Ночь не спит, весь содрогается от ярости. Христианство предлагает нам самый правильный путь жизни. Говорите, ищите прежде всего Царство Божие, то есть стремитесь ориентировать свою жизнь
прямо в русле вот этих верных векторов жизни. И этими верными векторами что являются? Заповеди. Ведь надо же понять, что заповеди – это не какой-то закон, который нас ограничивает. Не закон это. Само название «закон Божий» – ой, как, да чего же это примитивное название, ужасное. Заповедь – это не закон. Что вы? Заповедь – это указание правильного характера жизни. Дыши, человек, а не закрывай свой нос и рот. Ешь и пей, а не умирай от голода и жажды. Но заповеди при этом и говорят – ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Это что, плохо разве? Ищите прежде Царство Божие. Оказывается, жизнь, вот это искание жизни по заповедям, это дает мне, вы слышите, это дает не только небесные блага, о котором говорит христианство, да нет же, здесь, на земле, уже дает нам благо, избавляет нас от скольких скорбей, от скольких страданий, от бесчисленного множества болезней, слышите? Любой же медик скажет вам, что множество наших болезней, от чего, простите меня, я скажу, ой, какое грубое слово, ну, простите, потому что и ко мне оно относится, от обжорства непрерывного, уж не говоря, от пьянства, а сколько болезней наших нервных от осуждения с гневом, с яростью, сколько расстройств. Я вот все вот говорю, написали бы у нас бы работу это, кто-нибудь бы написал хотя бы. Хорошо бы какой-нибудь медик бы взялся и написал. Вот заповеди и вот нарушение их. К чему приводят нарушение заповедей? Не говоря ни о какой религии, ни о какой вечной жизни, ни о каком Боге. Только к чему это приводит нашу земную жизнь? Это я говорю только о теле, а вы подумайте другое. Сколько с нами случается, так сказать, мы говорим вещей. Неприятных, скорбей, да? Подумайте. Я стою тут же перед выбором. Это что, случайно произошло? Я начинаю искать, где мои враги? Кто это мне это сделал? А то еще, не дай Бог, какие колдуны, язычество-то, вот оно махровое, тут же сидит. Где это? Христианство что говорит? Все, что происходит с нами, вы слышите? Все, что происходит с нами, это, в конце концов, является самым наилучшим, вы подумайте только, самым наилучшим, исходя из моего настоящего духовного состояния. Приходится постоянно повторять одно и то же, вот одну и ту же картинку повторять. Приходит вот какой-то там из космоса, как их называют в космосе, которые живут-то? Кто они такие? Да. Смотрит там, так и видит. Два человека пришли в какое-то здание, там их встречает дядя в белом халате, и вдруг приговор. Одному на какой-то роскошный курорт, ну, просто райский, другого раздеть до последней нитки на стол и ножом резать. Разве непонятно? Что первый уж так угодил ему, ой-ой-ой, а второй насолил ему. Так? Мы это прекрасно понимаем, что и в том, и в другом случае врач исходит из характера заболевания. Врач исходит и назначает. Вы слышите, что говорит там христианство? Все, что происходит с нами, обусловлено чем? Нами. Нами. Не Бог разгневался и послал на операционный стол этого человека, у которого острый аппендицит, а у него, бедняжка, аппендицит случился. Наше духовное состояние определяет, оказывается, всю совокупность вот событий, которые происходят с нами. Не случайно у Марка Подвижника есть такие потрясающие слова. «Не хочешь скорбей – не греши». А почему не греши? Потому что каждый грех – это есть рана, которую я сам себе наношу.
беру и ткну себя изо всей мочи. Потом кричу: «Ах, кто это меня ткнул?» Да, кто же меня ткнул, когда я ненавижу кого-то? Я сам себя ткнул. Вот кто. Я завидую другому, уязвляю себя, наношу себе рану. Каждый грех – это раны, которые мы наносим себе. А мы непрерывно это делаем. Поэтому как важно наблюдать за собой, как важно уберегаться, насколько это возможно, как важно ловить себя просто и не давать себе распоясываться, что называется, в этих, во всяких злых вещах. Мы живем для Царства Божьего, которое заключается в чем? Где оно, это Царство Божие? Помните, Христа спросили: «Царство Божие внутрь вас есть». Каза внутри нашей души. Исаак Сирин даже пишет так: «Взыщи, взыщи, войди в клеть», говорит, «в клеточку, вот эту келью, в затвор внутренний, и ты узришь», говорит он, «клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Царство Божие, оказывается, внутри нас сокрыто. Человек живет для этого, только для этого живет, для открытия этого потрясающего царства, к которому предназначен человек. «Вы боги и сыновья Вышнего все вы», говорит Господь. Вы слышите, какие вещи потрясающие? «Вы боги и сыновья Вышнего все вы». Вы подумайте, какое предназначение, а мы вместо этого чем занимаемся? Продаем свое первородство за чечевичную похлебку. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кто же праведно живет? Что такое праведная жизнь? Я обещал об этом сказать. Не будем думать, что будто бы нам христианство предлагает недостижимый идеал. Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. Христианство вовсе не утверждает, что мы вдруг сможем исполнить все заповеди. Это была бы ирония или был бы какой-то идеализм. Не в этом состоит. Мы никогда всего не исполним. Даже величайшие святые и то видели в себе много того, что совсем не соответствует Евангелию. В чем же тогда состоит наша деятельность? В чем же состоит эта праведная жизнь христианская? Она состоит в другом совсем. Совсем другом. Вот представьте себе, что сейчас в зале сидят представители всех религий. Слышите? Не православные, а представители всех религий других. И задается вот отсюда, с этого места, вопрос: что нужно сделать человеку, чтобы спастись? Поразительное единство ответа. Все по одному, все встают и говорят, все: исполни заповеди, и ты спасешься. Правильно? Правильно. И вдруг встает один человек, наконец его спрашивают: так, а вы что скажете? Встает человек и представляется: я Иисус из Назарета. И я говорю, что спасается не тот, кто исполнит все заповеди, ибо таких людей нет, а спасается тот, кто увидит действительно, что он грешный человек, что он сам никак не может справиться с своими страстями, кто осознает это и кается. Первый в рай вошел разбойник. Один единственный из всех. Вы слышите, о чем говорит христианство-то? Оказывается, праведная жизнь в чем заключается? В понуждении себя. Ищите Царство Божие и правда Его. В понуждении. Отсюда это понуждение покажет мне, насколько я далек от этого исполнения. Это понуждение покажет мне, что я никак не могу не осуждать. Ну, никак. Каждый раз говорю: все, больше не буду. И через минуту тут же осуждаю. Но я искренне ищу. Вы слышите? Вся суть.
в искренности этого искания и перед лицом открывшейся моей вот этой всей неправедности искреннее покаяние. Покаяние. Оно привело кого в рай? Что разбойник сделал? Какие заповеди исполнил? Никаких. Никаких. Достойные по делам нашим. Сам он сознался, сказал. Достойные. То есть осознал и увидел. И он оказался первым в раю. Вот, оказывается, к чему должна быть направлена наша мысль. Не нужно это, знаете, эти мечтания этих. Когда говорят вот все время о совершенстве, слышишь проповедь о совершенстве, о духовном совершенстве, думаю, Господи, я без ног, без рук, а мне говорят, я буду совершенным бегуном и чемпионом, штангистом. Да не об этом же речь идет. Уж нам бы не о совершенстве говорить, а нам о том, как исцелиться надо говорить. Все наше совершенство состоит в чем? В степени исцеленности. Но эта исцеленность прямо обусловлена чем? Знаете, чем? Мне говорят, вы больны. Я отвечаю, сам ты болен. Сам ты болен. Иди в больницу. Никаких болезней я у себя не вижу. До тех пор, пока человек не увидит себя больным, он лечиться не будет. Слышите? До тех пор, пока я вижу, что я все-таки ничего, ну, конечно, грешки есть оно, у кого их нет? У кого их нет? У всех они есть. Ну, у меня немножко есть, но, в общем-то, я не сомневаюсь, что у меня уже уголочек в раю есть, и я там буду. И, в общем-то, меня и спасать нечего. Вот мою соседку-негодяйку, вот ее надо, конечно, потому что хуже ей на свете нет никого. Ее, может быть, надо, а меня спасать нечего. Вы слышите, что я сказал? Мне Христос не нужен. Ух, хорош христианин! Лучшего не придумаешь, пожалуй. Я жду только наград за свою деятельность. Я сделал то-то, 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 то-то. Награды мне нужны. А не Христос Спаситель мне нужен. Вот она беда, которая сидит в душе человека. Самое страшное, самое убийственное, самое то, что не позволяет человеку верить во Христа, это видение своей хорошести. Оказывается, праведным путем идет тот человек, который видит себя, что он действительно не способен жить по-христиански. Хотя искренне этого ищет, вы слышите? А то я не способен, да. Я грешный, мне все позволено, да? Нет, кто ищет этого, стремится к этому, понуждает себя к этому. И тогда он только убеждается, насколько действительно он не способен. Смиряется человек, искренне обращается к Богу и откроет тайну отцов. Они прямо говорят, тот признак, что мы остаемся в грехах и ни с чем не можем справиться, ни с чем не можем справиться, это поразительно, просто поразительно. Первый признак, что мы находимся в самомнении. Они утверждают, смирение уничтожает все грехи. Почему? Как? Потому что через врата смирения входит в душу человека Бог и исцеляет эту душу. Только вратами смирения побеждаются страсти. И тот факт, что мы ни от чего не исцеляемся, свидетельствует о том, насколько мы пребываем в гордости, в самомнении. Если хотите, даже считаем себя праведными – в общем-то, в основном-то, хотя и называем себя грешными. Смирение является вот тем условием, благодаря которому только Господь исцеляет наши страсти. Но смирение приобретается только по мере нашего труда и понуждения к исполнению заповедей Божьих.
Почему Господь и сказал, «Царство Божие нудится», то есть приобретается усилием, и совершающие это усилие обретают его. Вот здесь-то оно, вот оно, совершающее усилие, которое приводит человека к смирению, и человек, наконец, обретает этот мир, этот покой, этот, если хотите, радость, радость, и, в конце концов, действительную любовь обретает в своей душе. Вот зачем живет человек-то, а не для того, чтобы сделать, знаете, то, другое, третье, о нем люди потом говорят, вот он сделал то-то, то-то, то-то. А он, бедный, в гробу лежит. Господи, хоть бы один помолился бы за меня вместо всех этих восхвалений. Хоть бы помог мне хоть чуть-чуть. Человек живет для Царства Божия, а Царство Божие приобретается усилием. Если Господь создал все на земле, то почему не была бы нас сразу истинная вера в все люди? А вначале появилось язычество, буддизм и так далее. Если даже это замысел Божий, для чего? Здесь, опять-таки, одна историческая ошибка, которой я уже не удивляюсь. Она обусловлена характером нашего образования. Ошибка заключается вот в чем, что сначала было язычество и прочее. Да нет же! Сначала был чистый монотеизм, чистая вера в единого Бога. Вот что было изначало. И, кстати, исторические исследования в этом отношении очень любопытны. Есть. Оказывается, даже вот римский политеизм, например, кто его не знает? Оказывается, во времена там Ромула, Ремула, да, оказывается, мы находим, оказывается, монотеизм был. Он стал распадаться постепенно, этот монотеизм. Там причин, я сейчас уже не говорю, причин было достаточно много. Постепенно язычество возникло из распадающегося монотеизма. Буддизм возник из индуизма. В индуизме или брахманизме – то же самое мы находим, оказывается, в самых древнейших, палийских текстах, не санскритских, это уже позднейшие, а палийских, оказывается, находим прямые указания на монотеизм. Так что монотеизм является истинной религией, то есть первоначальной религией и верной религией. А уже отступление от нее, они обусловлены очень многими вещами. Уж Христос пришел. Сказал, поразительное явление. Апостолы проповедовали с такими сопровождением таких чудес, что просто ну, удивительное дело. Результат. Видите, к чему сейчас пришли? К чему пришли? Причина – страсти человеческие. Увы. Но самое страшное – это не осознание даже того, что эти страсти есть страсти. Что это то, что то есть является грех. Мы даже не видим этого. Вот в чем причина деградации, религиозной деградации человечества. А обусловлена она, эта деградация, тем, что человек не был бы человеком, если бы у него не было свободы, выбора, добра и зла. Если бы этого не было, Бог мог бы просто никакого древа познания добра и зла в раю. Никакого выбора между добром и злом. А если бы согрешил, схватил бы его за шкирку Адама и Еву и посадил, сидите в раю тут и не пикните. Человек свободен, понятно? И в этом его достоинство. Свободно он должен в конечном счете обратиться к Богу, а не насильно. Поэтому, когда мы видим, когда в христианство... Христианство, помните, это крестовые походы, например, в Западной Церкви. Когда это совершалось с мечом и огнем, мы осуждаем это как дикость, как антихристианство. Это противно Христу. Помните, что Христос сказал? Что, разве я мог бы 12 легионов ангелов? А Он что? Позволил распять Себя. Не насилием, а любовью, призывает Он. И мы должны ответить не как рабы, а любовью. Вот чем обусловлены вот эти вещи. Ну, вот такой интересный вопрос. Со смирением хорошо жить среди православных, например, в Греции. Как жить со смирением в России?
неверно задан вопрос. Надо спросить, а что это такое смирение? Вы обратите внимание, митрополит Филипп, например, смиренный был или нет? Помните историю? Он, этот святой, с гневом обличил кого? Ивана Грозного. Слышите? Он знал, на что идет? Знал. Ну, что там, митрополит Филипп? Сам Христос, который сказал, научитесь от меня, как я кроток и смирен, кнут взял, сделал, помните? И кнутом изгнал из храма. Кстати, это было бы, ой, как бы хорошо бы сейчас бы это повторить бы иногда. Было бы неплохо в некоторых храмах. Да. Кнутом изгнал. Мы неверно понимаем смирение. Совсем неверно. Вы посмотрите, французы идут на Россию. Огни, пожарища и насилие. Русская армия идет до Парижа. Православная армия. Ни одного грабежа, ни одного насилия, ни одного воровства. Вы слышите? Это какая армия? Так их тогда можно руками голыми взять. Извините, вспомните Бородино. Вспомните, что под Малореславцем, когда там 7 или 8 раз переходил из рук в руки. Это бились как львы, эти смиреннейшие люди. Мы перепутали и подумали, что смирение – это какая-то рабская покорность, пассивность. Да ничего подобного, ничего подобного. Не надо смешивать эти карикатуры с таким великим свойством, как смирение. Как раз смиренные-то и показали нам образцы такого мужества, такого бесстрашия, о котором, пожалуй, мы только можем мечтать или можем только позавидовать. Смиреннейший Христос, посмотрите, как вел себя на суде, оплеванный, обруганный, связанный. Пилат спрашивает, а он молчит. Даже Пилат даже диву дается. Ты мне не отвечаешь. Почитайте только поведение. Вы тогда увидите, что мы под смирением разумеем совсем не то, что оно есть на самом деле. Смирение – это что такое смирение? Это осознание того, что я действительно перед лицом нормального человека, которым является Христос и его заповеди, перед этим лицом я действительно грязь. Да, вот, перед лицом этой нравственной нормы, этой духовной нормы, да, я действительно таков. Но я вижу, что и все другие заражены этими болезнями. Я отношусь к ним с сочувствием, к людям, зараженным этими болезнями, но совсем не к болезням. Извините. Я вижу, это пьяница, я его не возьму на работу, на винный склад, охранять винный склад, пьяницу. Понимаете, это хорошая перспектива такая. Да. Но вот не возьму его. Но совсем не потому, что я его осуждаю, потому что я знаю, что ему нельзя это. Так и врага, идущего на мою родину, я буду защищать до смерти, буду стрелять. И тот воин, который не убивает на войне, он предатель и совершает смертный грех, если он не будет защищать свою родину. И это есть смирение. Еще раз повторяю, посмотрите, только прочитайте хотя бы стихотворение Бородино, Лермонтова. Посмотрите, что это такое. И мы увидим, и это совершали люди православные, и я бы сказал, действительно, это люди, которые имели христианское смирение. Эти наши воины никого не тронули, пройдя по всей Европе. Вот это да! Ух, какая чистота была! И эти французская 12 языков армия, освобожденные от уз религии, пожарища, насилия, грабежи, издевательства и так далее, освободились от религии. Эти гордые тем, что они, видите ли, теперь без Бога. Но эта гордость и наказала их у нас, что на себя напяливали зимой.
Вот так. Так что не будем беспокоиться насчет того, что в России нельзя быть смиренным. Смиренным может быть всюду. Смирение никогда не лишает человека человеческого достоинства. Вы слышите? Не смешивайте, пожалуйста, гордость и человеческое достоинство. Когда женщина дает пощечину негодяю, так это совсем не гордость. Это человеческое достоинство. Понятно? Понятно? Ничего тут несмиренного нет. Я думаю, такую же пощечину дала бы кто угодно из святых. Сама Богоматерь бы дала, наверное, пощечину такому, которая сказала: «Презрено смирение рабы своей». Учтите это. Мы неверно понимаем смирение. Вот. И еще одно маленький комментарий насчет Греции. Ой, ну, конечно, всюду хорошо, где нас нет. Вы даже просто не знаете, что там происходит. Я вам приведу только один пример, но он вам нужен, нужен знать. Что сейчас происходит в женских монастырях там? Игумении, как правило, требуют от своих монахинь так называемого откровения помысла. Священнику ты можешь как-то сказала, в общем, и все, а мне всю душу наизнанку вынуть. Что Марья сказала Катьке? А Катька что сказала Фроське? А это знаете, как вот это ГПУ, что ли, у нас было. Вот понимаете, ужас какой? Доносничество. И это добродетель. Вы слышите безобразие какое? Мне это только недавно рассказывал. Вот то, что я вам говорю, вы не думайте, что я от себя. Только недавно рассказывал. Та, которая 3 года жила, 3 года в монастыре, в женском. И, видимо, не в одном. И это, простите меня, скажу вам откровенное слово, да не обидится на меня никто. Это зараза, заразная болезнь. Она уже проникает и к нам. Еще далеко не везде у нас в женских монастырях это, слышите? Еще далеко не везде, но уже проникает, когда игумени требуют, чтобы приходили и откровение помыслов совершали игумени. Какой ужас! Это извращение святых отцов. Вы знаете, кому совершалось откровение помыслов? О чем пишут отцы? Только духовному отцу, причем не просто духовнику, а духовному отцу, который имел дар рассуждения, который мог дать добрый совет. А тут игуменю назначает архиерей, какую-нибудь артистку, и ей извольте. А вы же должны же понять, хоть тут много женщин, но извините меня, что любопытство уж очень развито. И что там у этой Вальки, что на душе она? Кажется, она не против ли она меня? Давай, открывай-ка свою душу. И вот это под флагом, простите меня, под флагом такого великого дела, как откровение помыслов, совершается развращение монашества. Доносничество настоящее, предательство настоящее и так далее. И это называется монашеским деланием. Уже в некоторых монастырях у нас уже это есть. И огромнейшая опасность, как бы все наши монастыри, прежде всего женские, не стали на этот путь. Это будет беда. Это будет уничтожение монашества. Они станут рассадниками лицемерия тогда. Потому что я скажу, что ли, что игумен, я вас терпеть не могу, да? Нет, матушка, вы лучшие в мире, конечно. Лицемерие, фарисейство, предательство – это беда. Так что не молитесь особенно уж на Грецию. Не молитесь. Там далеко все не так. Я мог бы еще привести вот сколько примеров по очень серьезным вопросам. Но это, я боюсь, мы с вами тогда и до утра не уйдем отсюда. Хорошо.
Что такое кулака Святого Духа, за которую, как сказано, будет прощение? Это есть сознательное противление тому, что я вижу, является истиной. И только именно потому, что это истина. Когда Христос воскресил четверодневного Лазаря, и когда уже совершенно ясно стало, кто такой Христос, правда? Ясно? Уже смердит. Так? Решение какое было вынесено? Убить. И не только Христа, но и Лазаря. Вот что такое хула на Духа Святого. Уже увидели, Он сам и есть Христос. Он и есть Мессия. Он. Не случайно, когда шел суд, не было свидетельств против Христа-то, не было обвинений. Первосвященник встал и сказал, «Скажи нам, ты, Сын Благословенного, знали негодяи?» Помните? И все, и началось. Вот это и есть хула на Духа Святого. Одна евангельская притча заканчивается словами «Собирай друзей в неправильном богатстве». Значит ли это, что надо обманывать и красть, чтобы приобрести друзей? Да, ну, конечно. Христос этому и учит только. Да. Богатство неправедное, то есть неправедные, то есть неправильные. Какое это богатство? Вот сейчас живет человек, у него миллионы, миллиарды. Хоп, тромб. С чем он остался? Нуль. Разве это богатство? Богатство – то, что я могу с собой взять. Я предназначен к вечной жизни. Вот богатство. А это что за богатство? Дали мне подержать бриллиант такой драгоценный? Дали, так? Положили? Раз. Ах, как же это такое? Как же? Вы же мне дали. Хе-хе, голубчик, это агитпункт был. Это такая насмешка. Все это земное богатство. Послушайте, когда человек к нему привязан, когда он видит цель жизни в этом, весь смысл, да часто еще это богатство приобретает на крови несправедливости, на поте, незаплаченных деньгах рабочих и так далее. Что это такое богатство? Сейчас оно у тебя, через минуту у тебя нет ничего. И это называется богатство? Неправедное, неправильное это богатство. Это не богатство, но... С помощью вот того, что я имею, я могу оказать людям любовь. Я могу помочь нуждающемуся, больному, нищему, страдающему. Могу помочь. Чем? Вот эти вот деньги. Это совсем не богатство. Это не богатство. Но это то, чем я могу исполнить заповедь Божию. Поэтому Иоанн Златоуст и сказал... Наше только то, что мы отдали другим. Здорово? Правда? Замечательно. Вот так. Зачем Бог дал человеку свободную волю? Ведь часто по этой воле собственной он много грешит и страдает. Ну, я уже сказал, что был бы не человек, если бы не было свободной воли. Это ясно. Он был бы животным. Причем гораздо хуже, потому что он бы понимал, а сделать ничего бы не мог, как безвольные люди. Вот, а зачем дал? Дал для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати. Вы боги, как я вам сказал, вы боги и сынами Вышнего все вы. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершенен, совершенен, совершенный, то есть есть. Оказывается, только благодаря свободе человек может достичь богоподобной высоты, богоподобного достоинства. Без этого условия, без наличия свободы, он бы так и остался на уровне животного царства. Только потому, что человек создан человеком и предназначен к этому. Только поэтому и свобода.
Потому и свобода. Иначе человека бы просто не было. Она является необходимым условием для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати и приобрел величайшие блага, о которых сейчас, к сожалению, которых мы не чувствуем, но святые отцы решительно это утверждают. Преподобный Серафим, например, говорил, наш преподобный говорил, что человек согласился бы жить вечность, жить сколько угодно, в келье, наполненной червями, которые бы постоянно его грызли, только бы не лишиться того блага, которое Господь дает своим людям. И мы видим, что в истории христианства, в истории мученичества, например, когда некоторые святые среди самых жестоких мук вдруг говорили, как, например, великомученик Евстратий, «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Вы слышите? Это поразительные вещи. Никон Беляев, последний оптинский из оптинских старцев, когда его арестовали и надругали всячески, то оттуда, из тюрьмы писал: «Радости моей нет предела». А он заболел туберкулезом, посадили его со шпаной, над ним там издевались, уж не говорю, остригли, обрили, сорвали все священные одежды, находился в ужасном положении. И вдруг такое письмо: «Радости моей нет предела». Вот, оказывается, к чему предназначен человек, но это возможно только при наличии свободы. Как понять слова Христа? Не мир вам принес, не ищу. Здесь речь идет о чисто духовной стороне жизни человека. Речь идет совсем не о внешнем мече, совсем не о крестоносцах. Речь идет о мече борьбы с внутренним врагом. Знаете, один из поэтов, старых германских поэтов, писал, я процитирую вам, он писал так: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Видите, о какой идет речь в борьбе? Вот о чем идет. Вот речь о каком мече идет. Вот где идет борьба. Вот об этом Христос и сказал. Вы знаете, в Евангелии вот много таких подчас слов, которые ученикам были непонятны. И, к сожалению, этот восточный язык, этот образный язык, этот приточный язык, он подчас и до сих пор некоторые, по крайней мере, язык, а некоторые, так сказать, мысли вызывают поэтому непонимание. Пожалуйста. Чем вредно учение свидетелей Бога? Видите ли, все у нас, всю историю идет это. Что идет? Вы прекрасно знаете, что христианство зародилось в Палестине, в Израиле, среди иудеев, так? Христианство вначале рассматривали, особенно римские власти, как назарейскую ересь. То есть ересь не в том смысле, в каком мы сейчас употребляем это слово, а в том, что как одна из ветвей иудейства. Но мы видим, что с самого же начала Христос подвергся казни. Апостолы все были тоже казнены. Началось страшное преследование от иудеев, христиан. Кстати, если кто интересуется, в богословских трудах, где-то в четвертом, по-моему, номере, есть статья Мансурова, священник Мансуров, очерки из очерков по истории Древней Церкви. Можете почитать, это очень интересная вещь. Хотя бы «Деяния апостолов» прочтите в Новом Завете, вы увидите, каким гонением подвергались христиане со стороны иудеев. А затем началось другое, когда началась борьба и внутренние против христианства, началось искажение христианских истин. У нас на Руси это особенно сильно обнаружилось
в ереси жидовствующих. Это в 15 веке. Ересь эта состояла в том, что, как историки пишут, жид Схария и другие стали проповедовать учение о том, что Христос не Бог, что самым главным является ветхозаветный закон, суббота, что никаких таинств христианских – это совсем не таинство, крест нельзя почитать, и богослужение христианское – это еретическое, и так далее. То есть стали проповедовать, в общем, иудаизм вот в том, я бы сказал, виде, в каком он возник, образовался во времена Христа, когда начали гонения против него. И эта ересь на Руси принесла очень много бед. И вот это вот течение, да, оно так и продолжается. Оно преимущественно было среди евреев распространялось, но потом заражалось и многие и неевреи. И вот сейчас это секты, или хотите, можно назвать это, Иеговы, которые исповедуют именно что? Ветхий Завет. Они никак не могут понять, что все-таки Новый же Завет наступил. Сотворю все новое. Что Ветхий Завет был до пришествия Христа, о чем, кстати, и предвозвещали пророки. Так? Они продолжают стоять на этом Ветхом Завете, то есть иудейство. Поэтому Христос у них не Бог и прочие всякие вещи. И в этом, конечно, глубокое их заблуждение. К сожалению, с ними подчас вот нельзя говорить. Они почему-то, знаете, вот говорят, и когда видят возражение, все, они тоже уходят. Их не интересует уже истина. Им важно свое проповедовать и все. Говорите все. И если видишь, что вы не согласны, понимаете, вы уже для них не интересны. Они не ищут истины. А мы открыты. А мы, христиане, открыты. Так вот, глубочайшая ошибка вот этих свидетелей Иеговы в том, что они решили, что Бог открылся только в Ветхом Завете, а в Новом Завете уже больше откровений Бога не было, высшего не было. Почему? Спросите их. Если весь Ветхий Завет был направлен к чему? К явлению Мессии, которым и был Господь Иисус Христос. Вот так. Считается, что смысл жизни заключается в познании истины. Могут ли в 21 веке наука и религия договориться с этим вопросом? В этом вопросе опять какая ошибка? Ошибка как наследие нашего образования. Нет противоречий между наукой и религией, а есть непримиримые противоречия между наукой и атеизмом. Вы понимаете, какой ловкий трюк, я не стесняюсь этого слова, был сделан. Именно ловкий трюк. Для религии абсолютно безразлично, из каких кирпичиков сделана наша Вселенная. Совершенно все равно. По каким законам она живет? Это не касается религии. Абсолютно. Религия утверждает, что Бог – источник этого бытия, и все. Как Он сотворил все, это уже дело Божье. Понимаете ли? Для религии это не важно. Это важно для атеизма. А атеизм, как мировоззрение, носит антинаучный характер. В чем эта антинаучность проявляется? Я вам приведу просто простую совсем вещь. Наука, а не что-нибудь, утверждает, это является основным, если хотите, догматом. В чем заключается? Что познаваемый мир бесконечен. Понятно? Он бесконечен. И вглубь, и вширь, и ввысь, куда угодно. Нет предела познанию. Так? Вы знаете, что это такое значит? Это значит, перед нами гигантский бесконечный дворец. Дворец с бесконечным количеством комнат. И вот мы прошли 2-3, смотрим, все великолепно, но никого нет. Еще 5-10, все прекрасно, но никого нет. Скажите, как вы назовете человека, который, пройдя 100 комнат из миллиарда, в миллиарды степени, скажет, никого я не встретил, значит, тут никого нет.
а все прекрасно, украшено, великолепно. Или как вы скажете на человека, который подойдет к океану, возьмет столовую ложку целую, зачерпнет ее и скажет: «Ха-ха, а говорили, что тут киты водятся. Я сам, вот, пожалуйста, сам океан зачерпнул. Даже маленькой рыбешки тут нет». Атеизм утверждает, что нет Бога. На каком основании? На каком основании? Что зачерпнул ложкой из океана? Наука самое большее, что может сказать: я не знаю, есть Бог или нет. Почему? Потому что наши знания составляют, как великолепно сказал один академик, наши знания – это только маленький островок в бесконечном океане. И всегда наши человеческие знания являются собой только маленький островок в бесконечном океане непознанного. Поэтому атеизм, делающий вывод, что Бога нет, на основании этого маленького островка, он просто прямо противоречит науке. Наука или скажет, что я не знаю, есть Бог или нет, или, и об этом говорит множество уже ученых первой величины, которые прямо утверждают: я верую. Почему? Потому что то, что я вижу, это потрясает своей разумностью, своей целесообразностью, своей красотою. Само собой произойти, не знаю, для чьего сознания только это может. Масса ученых верующих. Поэтому атеизм и наука – вот это действительно проблема. И очень интересно, что скажет атеизм. Я им задаю просто вопрос. У меня были встречи, я простой вопрос задаю. Скажите, что нужно сделать образованному человеку, слышите, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот такое молчание в ответ. А что нужно сделать, чтобы убедиться Бога? Так религии только этим и занимаются. Уж надоело даже. Что нужно делать, чтобы убедиться, что Бог есть? Поэтому и наука, и даже и атеизм, и религия для честного, порядочного человека, ищущего истины, сходятся в чем? Ты, человек, хочешь проверить, есть Бог или нет? Путь только один – религиозный. Атеистического нет пути. Есть только один – религиозный. Проверь его, и ты убедишься. Вот так. Поэтому тема должна быть атеизм и религия, а не наука и религия. А наука с религией, как еще писал Михаил Васильевич Ломоносов, наука с религией прийти в распрю не могут. И только по своему злоухищрениям некоторые пытаются эту распрю найти. Вот так. Сегодня к нам пришла новая такая наука – психология. И знаем, что в годах сейчас создаются центры психологической помощи, поддержки. Ваши отношения к этому сотрудничеству и каковы достоинства и какие опасности могут быть? Ну, вы знаете, в такой общей форме уже трудно судить, правда? Мы называем общим словом психология. А что это такое? Мы говорим философия. А возьмите какую-нибудь книгу, посмотрите. Там сотни философских систем. Причем многие из них совершенно взаимоисключающие. Или совершенно носящие абсолютно другой смысл. Другое содержание. Другие даже цели. Так и психологии тоже. Направлений психологии очень много. И поэтому в данном случае, чтобы судить о том, что из себя представляет тот или иной центр, для этого просто надо с этим хорошо знакомиться. Но одно можно сказать.
что та психология, которая не основана на знании страстей и добродетелей души человеческой, не выдерживает никакой критики. Я вам скажу, что самыми лучшими психологами являются святые отцы. Был такой психолог американский Уильям Джеймс, это конец XIX века, который написал книжку, в частности, «Многообразие религиозного опыта». Сам он был позитивистом, по-моему, да, в общем, далеким от религии, но когда он прочитал Исаака Сирина, святого Исаака Сирина, то он сказал: «Вот величайший психолог мира». И об этом говорят очень многие. К сожалению, светская, мирская психология очень далека от святоотеческого наследия. Они просто не знают совершенно святых отцов. И это очень печально. Они не имеют критерия. Вот игумен Никон Воробьев, о котором, может быть, вы слышали, есть его письма. Вот сейчас вышла его книжка, те же письма, но под названием «Как жить сегодня», где письма расположены в тематическом порядке, в тематической подборке. Он в свое время поступил в психоневрологический институт и потом ушел оттуда, как он сам рассказывал. Почему ушел? Говорит, там занимаются кожей, а не душой. Память, законы о перцепции, ощущения, представления, воображение, мечты, так, реакции человека на то или другое. Но там совершенно нет даже вопроса не поставлено, смысл жизни человека. Ведь только с точки зрения этой можно же должным образом оценивать состояние души человека. Смысл какой жизни человека? Цель какова? Когда есть цель, мне понятно. Я строю вот этот дом. Мне цель понятна. И я сразу вам скажу, этот материал мне нужен или не нужен. Скажу, зачем мне это представить? Мне это не нужно. Или мне представили материалы столько? Я говорю, извините, мне надо только 1/10. Зачем мне все прочее? Цель должна же быть. А здесь происходит изучение ради изучения. Нет главного вопроса. Только та психология может носить верный характер, и отсюда верное изучение психики человека, которое стоит перед лицом конкретной цели, понимания цели и смысла жизни. И потом скажу другое еще, что психология фактически занимается только нервами и психикой. А что такое психика? Ведь греческое слово «психи», которое переводится как «душа», на самом деле означает, то есть не на самом деле, а в частности означает и «остывшая». Вы слышите? «Остывшая». Психология не знает третьей составляющей – духа. А именно этот дух-то, нус по-гречески, и определяет человека. То, что психика есть и у животных. Все у них есть – и переживания, и реакции, и память. Все у них это есть – и любовь, и ненависть. Все есть. Это же животная сторона. Вот основная беда психологии. Они рассматривают человека как животное. Дух-то дух. Они даже не знают, что такое дух. Психология, к сожалению, не знает, что такое дух. О чем эта речь идет, не знает. Без знания святых отцов, которые являются действительно действительными психологами, настоящими психологами, так без их знания эта психология носит поверхностный характер. Поэтому даются подчас такие рекомендации, что диву даешься. Вот сейчас на основании этой новой психологии выдвинута новая педагогика, так называемая гуманная педагогика. Знаете, в чем она состоит? Я вот был в Риге, и уже мне пришлось выступать с яростью даже великою. В чем она состоит? В том, чтобы предоставить детям полную свободу поведения. Полную свободу поведения. Я говорю, ух, как это хорошо.
Вы предоставьте своему огороду полную свободу. Не трогайте там ничего. И вы такие плоды пожнете. Боже мой, тут у вас будут и репейники, и я не знаю чего только. Будет просто красота будет. Изумительно. Я думаю, что вы ни одного гостя не позовете посмотреть тогда на свой розарий. Да. Какой там будет. Вы слышите? Это какая-то прям дьявольская вещь. Не обрабатывайте этот огород, не выпалывайте сорняков, не садите там прекрасные цветки и прочее. Нет, предоставьте полную свободу. Как хочет, так и развивается. И назвали как? Ух, сатанинская прям гуманная психология. Уж прям бы и назвали такую бы античеловеческую психологию. Все было бы ясно. Это было бы ясно и точно. Нет, как всегда, сатана прикрывается видом ангела света. Я в Германии был, читал вот так лекции, вот точно так же. И одна женщина встает и говорит мне, что нам делать? Просто мы не знаем, что делать с нашим сыном. Ему 13 лет. Сейчас. Но вот уже несколько лет, уже там года 2 или 3, он стал по ночам буквально пропадать с ребятами, с другими. С ребятами. Так. А приходят от него и там и сигареты, и вино, запах, все. Причем, что она, мать, говорит, обращает, он приходит с совершенно чужим человеком. Поразительно, чужим человеком приходит. Это не сын, это не родной, а чужой человек. Я говорю, ну и что же вы сделали? Ну, отец пошел к родителям этих, ну, ребят, одноклассники же все, в школе же. К немцам тоже сам пошел. И пришел, говорит, я его таким расстроенным, наверное, никогда не видела. Он говорит, родители ответили, а это их дело. Это их дело. Как они хотят и что хотят, так и живут. Слыхали? Здорово. Вот так. И я так подумал. 2000 лет тому назад было написано Евангелие. В частности, там строки есть. «И предадут брат брата на смерть, и отец детей на смерть, и восстанут дети на родителей и убьют их». Точно. Вы слышите? Точно. Точно. Самые дикие инстинкты, самые ужасные, что может быть, там совершенно спокойно может развиваться. Это гуманная психология. В Америке мне звонит один знакомый. Так там уже ситуация какого рода? Там, где есть дети, при телефонах, или сам телефон даже, уже ребенок. Начиная с какого там, я не знаю, 4, 5 лет, 6, ну, в общем, еще ребенок. В случае его несогласия с поведением родителей, так, тут же телефон или кнопку нажимает, набирает телефон, и приезжает специальная служба, которая устраивает настоящий допрос родителям. И он мне рассказал, какие были трагические буквально случаи, какие ужасные были случаи. Да, когда у ребенка нашли синяк, что-то такое, да. Хотя, кстати, к счастью, это он сам ушибся. Так, а там целые допросы страшные. Потом санкции тяжелейшие против родителей, вплоть до ареста. Не смейте трогать ребенка. Не смейте грубить ребенку. Не смейте оскорблять ребенка и так далее. Гуманная психология. То педагогика, а это гуманная психология. И восстанут дети на родителей и убьют их. Очень боюсь, как бы эти психологические центры не сползли на эту сатанинскую гуманность. Мама твоих детей спрашивает. Порой дети очень жестокие и неблагодарны. Стоит ли ждать благодарности от детей? Но это я не впервые слышу. Мы хорошие, а дети дурные. Никак не могу я понять,
Что такое нам делать с детьми? Вот я такой хороший, попробуйте у меня усомниться, только я вам покажу тогда. Вы тогда узнаете, кто я. А мои дети... Да, яблочко от яблоньки далеко не падает. Что же так это воспитали, что они стали неблагодарными? А можно так воспитать? Что у нас делается? До какого-то возраста, пока еще справляются с ребенком, физически справляются, так? Его не воспитывают, а держат. Потом, когда уже не могут, так стрела вылетает. Ах, что нам делать с ребенком? Что нам делать с детьми? А куда же мы смотрели до этого времени? Что мы делали? Да, подчас оскорбляют просто. Просто детей не воспитывают, а оскорбляют. В полном смысле ведут себя часто как тираны. Есть это? Есть. Это сколько угодно. Реагируем на детей только тогда, когда они меня заденут. Мы живем часто с детьми, как с чужими, под одной только крышей. Что они читают, нас интересует или нет? С кем они дружат, интересует или нет? Какие программы они смотрят? Что они по компьютеру делают? Воспитание – это же труд. И еще какой! Надо быть постоянно в курсе того, чем занимается ребенок. И по-хорошему... по-дружески, насколько это возможно, с ним даже рассуждать, сказать, почему это хорошо, почему это плохо, почему для ребенка очень важно почему, а не так, я тебе сказал, ну что, неужели мы забыли, какими были детьми? Главный вопрос у ребенка – почему? Почему? И до тех пор, пока вы не ответили, вы загнали болезнь внутрь, которая потом выйдет таким фонтаном, что не обрадуетесь. Мы, к сожалению, не обращаем внимания на воспитание детей до вот этого переходного возраста, а потом начинаем пожинать плоды. Мне звонит одна женщина из Сибири, что нам делать? У нас прекрасный у меня мальчик, такой все. Мы его крестили, прямо в детстве крестили. Мы каждую службу носим, ее причащаем. Он же службу хорошо знал и стоял. Так, а потом дошел до возраста, вот теперь ему не интересен храм. Я говорю, простите, а он причащался или вы его причащали? Он крестился или вы его крестили? Вы что, его за деревяшку считаете или кто? Что вы сделали, чтобы он принял христианство? Что вы сделали? Насильно в храм водили, да? Ребенок – это живое существо. Это драгоценное существо, хрупкое существо, с которым как нужно осторожно и внимательно. Надо у него вызывать веру, а не насильно заставлять его делать. Вызывать веру. Мне очень понравилось, как ответил отец Иоанн Крестьянкин однажды одному священнику, который пишет, вот я запрещаю женщинам вот краситься. А он им написал, ты неверно поступаешь, голубчик. Они должны сами прийти к тому, чтобы не краситься. А для этого ты должен показать, почему они должны. Сами они должны. Вот и детей надо приучать к этому. Вся беда наша, мы себя, родители, считаем хорошими. А вдруг дети у нас получаются плохими. И мы в полном недоумении растем. Как же это такое? От такого меня хорошего, и вдруг такие плохие. Мы в прелести буквально находимся. Это страшная беда. Пора бы все-таки нам подумать о том, как нам воспитать самих себя. Я не могу никого научить играть на скрипке, если я сам не умею на ней играть. Я никогда не могу сделать доброго человека, если во мне самом... если я сам себя не воспитываю и не делаю добрым. Это проблема сейчас. Это проблема постоянная сейчас. Постоянно спрашиваю, что нам делать с детьми. Я все время восклицаю, когда же я услышу вопрос, что нам делать с самими собой, чтобы наши дети стали хорошими. Этого вопроса не слышу. Что нам делать с самими собой, чтобы дети были хорошими?
Вот какова должна быть постановка вопроса. Мы не христиане. Мы не христиане. Вот в чем беда. Наше христианство состоится все в том, что крест на шее может быть носим. А как только касается жизни, получается, мы при детях осуждаем страшно других людей. Разве это можно? При детях приняли гостей, все так хорошо, ребенок видит, ушли они, а мы их чем попало? Ребенок в ужасе. Только сейчас папа и мама так хорошо говорили, и вдруг оказывается, что? Что мы при детях делаем? Что мы про них говорим? Как мы осуждаем? Как мы клянем? Какую бессовестность часто допускаем? И после этого мы хотим, чтобы дети были хорошими. Когда же и что нам надо делать, чтобы самим стать христианами? Тогда только мы сможем действительно постепенно и воспитывать детей в этом христианском русле. Другого пути нет. Это нужно понимать. Скажите, пожалуйста, как бороться с теплохладностью и унынием? Я бы очень советовал, чтобы почаще нам бы читать бы Авву Дорофея. Авву Дорофея читать. Игумена Никона Воробьева читать. Схиегумена Иоанна Валаамского читать, почаще читать толкования святых отцов на Священное Писание, мы бы там очень многое нашли бы. У Исаака Сирина сколько замечательных советов дается. У Иоанна Лесвичника специальные слова даже посвящены этому – унынию и теплохладности. Прям специальные слова, прям посвящены этой теме. Вы знаете, мы привыкли, вот почему-то мы привыкли к такому, знаете ли, все, где бы без труда вынуть рыбку из пруда. Но надо же читать все-таки. Сейчас, к сожалению, нет таких духовных отцов, которые бы видели душу человека. Вы слышите, их просто нет. Кстати, это надо знать. А то мы носимся по всей вселенной и ищем только чудотворцев, прозорливцев, вот, и исцелителей. Больше нам ничего не надо. Нет, к сожалению, таких отцов, которые видели бы душу. Но мы не брошены. Промыслом Божиим есть прекрасная литература. Игнатия Брянчанинова каждый православный христианин должен иметь дома. Не пожалеть уж денег, Господи, купить эти 7-8 томов. Надо же это иметь обязательно дома. И изучать постепенно. Святых отцов читают не как билетристику сразу десятками страниц, а вот буквально, может, 5-6 страничек, 2-3 странички в конце концов, но читать. Тогда мы получили бы ответы на очень многие вопросы нашей жизни. Теплохладность наша проистекает от того, что мы полностью погружены в мирскую суету, что мы совершенно не молимся, что мы не знаем такого призыва отцов, что необходимо как можно чаще понуждать себя в этой краткой молитве Иисусовой от всей души. Ведь наше сердце – это камень какой-то, а мы знаем, что капля долбит камень. Этой драгоценной капле является вот эта краткая молитва Иисусова. Надо почаще. Это первое. Второе, что необходимо. Замечательная книга есть. «Моя жизнь во Христе» праведного Иоанна Кронштадтского. Какова суть этой книги? Какой совет он дает? И надо же просто всем нам помнить этот совет. Какой? Тот, кто читал, помнит. «Опять, – пишет, – я осудил. Осудил, и тут же воззвал я к Богу моему. И опять я почувствовал пространство в душе. Вновь я разгневался на эту, на свою кухарку, она там что-то подгорело у нее и прочее, весь с гневом опомнился, и обратился я к Богу моему, и вновь ощутил я прохладу. И вся книга наполнена чем? Призывом тут же каяться, а не ждать, когда придет Великий пост, и этот мешок на голову батюшки. Батюшки в ужасе отскочит только, прощаю, разрешаю, только иди от меня подальше, пожалуйста».
Вот. Тут же надо каяться. И если мы будем это делать, мы увидим, какое освобождение души мы будем получать. Каяться тут же от всей души. Господи, прости меня, опять я осудил. Опять я то-то сделал. Опять тут же, вы слышите? Зачем нам таскать на себе эти дикие рюкзаки с камнями? Скажите, зачем? Бог же любовь есть и предлагает, сбрасывайте тут же эти камни. Сбрасывайте тут же. Это замечательная книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Кстати, тоже бы надо обязательно ее приобрести. Вот какой совет. Надо запомнить. Итак, тот, кто будет прибегать вот к молитве почаще, насколько это возможно, тот, кто будет тут же каяться вот в нарушениях, тот увидит, как постепенно лед нашей души начнет подтаивать. Понемножку и водичка начнет появляться. Помоги Бог. В письмах игумена Никона Воробьева есть такие строки. Я чувствую себя значительно лучше, да будет воля Божия. Никогда у меня не было интереса к жизни, тем более нет сейчас. И несколько подобных замечаний в других письмах. Если возможно, расскажите, почему Юга Никон так относился к жизни? И, может быть, несколько каких-то ваших личных воспоминаний об Юге Никоне? Я всегда удивлялся тому, что самыми умными-то людьми, оказывается, являются люди те, которые вообще уходили из мира даже. В пустыни, в болото, в леса. Можно подумать, что это за странные личности. А на самом деле только когда подумаем, если это наша жизнь, есть искра, вот вылетела из костра искра, летит и угасла. Одна подлиннее, побольше, другая меньше. Раз и угасло. Они есть умные люди, действительно умные и сильные, которые видят бессмыслицу этой жизни самой по себе. Это же непрерывная суета. А сколько у нас нестроений, Боже мой, ну надо ли перечислять? И вот непрерывный каждый день круговерть идет и идет и идет, Боже мой. И не только эта пыль вся, это мусор, а сколько еще расстройств и прочих всяких вещей. Видели. Не так надо уж много ума, но все-таки видели. И видя это, кто захочет войти в комнату, в которой работают станки с грохотом, и все тут вот так вот летит это все в пыли? Ну-ка, многие ли захотят? Конечно, немногие. Из тех, кто видит. Мы почти не видим. Для нас это своя стихия. Грохот, шум, да, и так далее. Это наша родная стихия. И живем мы здесь. Некоторые видели это и прямо говорили, нет у меня интереса к этой жизни. Нет к такой жизни интереса. Разве можно удивляться? Нисколько. Я же только сейчас скажу, что проку, когда вы мне положите на ладонь бриллиант, а потом ее тут же отнимете. Что мне от этого? Радость-то какая! Ай-яй-яй! Это все равно, что помните, как у Гоголя там, у коробочки, а не почесать ли вам пятки на ночь? Чичикову, помните, предлагали, да. Ну, как же, удовольствие же, правда. Ну, правда, он отказался от этого удовольствия. Но именно в этом, наверное, и эта вся жизнь состоит. Почесать бы пятки на ночь. Так вот, он ли и многие другие, видимо, по природе они родились такие. Это очень умные люди, они действительно очень умные. Увидели суть, смысл вот этой нашей так называемой мирской жизни. Видели. И, увидев это, становится понятным. Правда? В этот цех с грохотом станков и с этой пылью далеко не каждый захочет идти. Вот это у него было. Он с самой юности искал именно истину. И надо сказать, что приобрел ее путем
труда, изучения и испытаний. Такой вопрос. Во время войны надо защищать страну, даже уничтожая противника. А сейчас у нас тихая война, нашествие иноземцев. Поэтому от них надо ли защищать Россию? Таким образом. Громкая война, громко защищать. Тихая война, тихо защищать. Вот это я могу сказать. Каждому делу свой ключ. Вот так. Можно ли заниматься йогой православному человеку? Я думаю, что речь идет о хатха-йоге, наверное, то есть о физических упражнениях. Ну, в принципе, там есть некоторые упражнения, которые, как говорят, действительно могут помочь жизнедеятельности нашего организма. Но вот те, кто начинал, они говорят, потом уходили все-таки, говорят, что невольно присасываться начинает здесь и такая религиозная какая-то сторона. Даже помимо этого, потому что сами эти учителя хатха-йоги, они-то сами все-таки проникнуты определенным убеждением. Видите, в чем дело? Это не просто тренеры, которые, ну, так сказать, здоровье организма, тела. Нет. Они сами имеют убеждения, и эти убеждения, в конце концов, постепенно они начинают как-то предлагать человеку. Кто как, кто прямо, кто постепенно. Вот поэтому упражнения этой хатха-йоги, да, они вот сопряжены с этой опасностью. Поэтому я не знаю, стоит ли, хотя, но если и стоит, то только, может быть, не контактируя особенно с этими учителями, чтобы не оказалось, знаете ли, не оказаться под влиянием их идейным влиянием. Вот так.